Особый противопожарный режим был введен на территории Пионерского постановлением главы администрации поселения. Основанием для этого послужил значительный рост числа возгораний по сравнению с прошлыми периодами. Горят отходы лесопиления на земельных участках, которые предоставлены в аренду предпринимателям Пионерского. Эти свалки представляют большую угрозу для населенных пунктов, как в плане пожарной, так и экологической безопасности. Зима нынче очень снежная, поэтому по пожарной безопасности они большого вреда не принесли, распространения нет. Все прогорело на месте, под контролем, значит, личного состава дежурных караулов. Но экологию, конечно, все ушло в атмосферу. Хорошо, что не было ветра на поселение, иначе бы жители просто задыхались. На протяжении всего года и нескольких лет мы ведем с ними работу для того, чтобы они не допускали сжигания, для того, чтобы они складировали горбыль по правилам с разрывами по определенной высоте, но ежегодно все-таки возгорания эти проходят. На территории Пионерского в области лесопереработки работают 15 предпринимателей, однако возгорания год от года происходят лишь у троих из них. Постоянные штрафы от инспекторов пожнадзора, а также предписания и увещевания со стороны администрации поселения результата пока не дают. Не помогает и вмешательство районных властей. Неоднократно эти вопросы озвучивались на КЧС районной, и даже принималось решение, что заготовителями СП будут расторгать договора аренды земельных участков, если они не будут соблюдать правила пожарной и экологической безопасности. Но пока ВОЗ и ныне там. С вводом в поселение особого противопожарного режима штрафы в отношении нерадивых бизнесменов в случае выявления новых возгораний значительно вырастут. Пока эта мера будет действовать до 28 февраля, однако может быть и продлена, ведь на территории Пионерского и его окрестностей еще немало свалок с отходами лесопиления. Максим Красный, Александр Хромович, телеканал «Первый Советский».